Для того, чтобы в Камбодже и не тратить много денег на трансферах, вам нужно взять вот такой мопед. Также вам придется нарядиться вот таким образом, так как в основном вы будете передвигаться по грунтовым дорогам, это защитит вас от пыли и от солнечных ожогов. Чтобы вам попасть в деревню Фомкален, вам придется проехать 65 километров. Билет в национальный парк стоит $35 на человека. Советский автопром, и как ни странно, до сих пор на ходу. Поток Улен протекает река тысячи лингамов, символических изображений бога Шивы, одного из главных богов индуизма, которая заканчивается священным водопадом, купание в котором заряжает паломников силой и удачей древних богов. На дне этой реки можно увидеть не только бога Шиву, в виде его символических изображений, тысячи линг, но и изображение бога Вишну, его жены Лакшми и бога Брахмы Лингам. В индуизме основной неантропоморфный символ Шивы является основной и самой важной формой или образом Шивы. Водопад Панамкален. Храм Преалон Сомпа Гоуда лучше посетить после 3 часов, в это время там нет людей и вы можете спокойно все посмотреть. Наверху вас встретит эта милая бабушка и скажет, что в храм в обуви нельзя. Вы как порядочные, снимите свои сандалии и почешите наслаждаться местными красотами. После басового похода вы довольны и придете за своими сандалиями, и какое будет ваше удивление, что вы должны за парковку своих сандалий. И не дай бог вы этой милой женщине дадите меньше доллара. Все, она вас проклянет. Моя супруга по незнанке дала ей ихними деньгами что-то около 1 цента. И тут наше везение приказало долго жить.
обратной дороге мы прокололи колесо. Чудом мы нашли ремонт мопедов. Спасибо местной жительнице, она нас довела чуть ли не за ручку. Но на этом наши приключения не закончились. На следующий день мы поехали в храмовый комплекс Гёнгмеля, где меня приняли военные и копы, когда я попытался поснимать развалины с дрона. Содрали с нас $150. После этого нам пришлось искать, кто с нас снимет порчу. И совсем случайно мы встретили бабушку, которая реально живет в храмовых развалинах. Она что-то пошептала и повязала нам на руки какой-то оберег. Мы с женой до сих пор в них ходим.